Привет, народ, с вами Алексей. Мы продолжаем проходить Stronghold Crusader. 65-я миссия у нас. Шип между розами. Так, ну что, давайте глянем, что мы здесь имеем. Мы здесь имеем союзника, аббата. Так. И между нами будет визир-воитель стоять вот здесь. И два соперника. Два эмирчика. Да, я думаю, не сильно сложно будет. У нас 2000 монет, у компьютера 4, небольшой разрыв. Все ж, ребят, всем приятного просмотра и поехали. Так, вырубаем камеру. Пум-пум-пум, быстренько. Параметры. Так, вижу сразу же камень, где можно подобывать, кстати. Две, к сожалению, не встанет. Ну ладно. Так, лес сразу. Ваша популярность падает. Повырубаем тоже. Ничего страшного, популярность мы подымем. Нас атакуют! Уже атакуют, посмотрите. Чё творят, а? Чё творят? Так, давайте-ка рынок поставим тогда. Тут не дело. Закупим сейчас древесинки. Какие будут указания? Можете рассчитывать на нас. Так, здесь мы можем, ребят, пока все закопать. А, копать здесь нельзя, понял. Так, ну смотрите, что творят. Нам не дают. Никак. Так. Сейчас, дружок. Сейчас мы тебя поднакажем. Все это дело поправим, естественно. Смоуком. Не хватает рекрутов, сэр. Так. Да, ваша милость. Не хватает рекрутов, сэр. Чем мы можем помочь? Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Куда пойдем? Мы идем. Сейчас все поправим. Да, ваша милость. Всегда готовы. Подбираем обслугу. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Так, ну естественно пшеничку. Куда же без нее? И нам надо амбар поставить. Ну давайте сюда. Щит готов. Перемещаем щит. Так. Нас атакуют! Ну, и я думаю, нам надо вот тут вот пока что, пока перекрыться. Нам тут ни к чему все это. Да, вот так стеночкой. Поперекроемся, ускорим игру, кстати, давайте. Я думаю. Медленно нам тоже неинтересно. Аббатство в осаде. Присылай подкрепление. Да погоди, аббат. В осаде. Смоуком. Нахну тахта амри. Санатруку халан. В принципе, да, аббату можно будет сейчас сюда. Запасы аббатства истекают. Закинуть на башню народу. Так, ну у нас у самих пока ничего нету особо-то. Здесь камня-то, развития-то такого нет. Никакого. Нам надо, ребята, уже пшенички бы ставить. Печь потихоньку. Вот так вот, 6 домиков пока. В
Атака идет. Атака идет, атака идет. Так. Молодцы, что они вступили и встали здесь постоять. Это хорошо. Пусть стоят. Так, ну порядок, нормально все. Нужно больше камня. Камень нам сейчас привезут, нам надо еды. Еды, еды, еще раз еды, побыстрее. Еды у нас, ребята, нету, нам не хватает. Никак не могут принести еды по той причине, потому что не хватает золота. Вот этот вот гаденыш вырубает нам тут. Надо что-то нам сделать с этим. Смоуком. Так, а нам отсюда не слезть. Понял. У нас уже на минус пошла еда. Популярность наша. Это совсем нехорошо. Еще отряд идет, ну ничего себе. Люди покидают. Да знаю, что покидают. Но ничего, ничего, мы сейчас попробуем все это дело восстановить. Хлебушек вот несут, несут. Никак вот здесь вот ребята нам не дают. Веселенок-то у нас не хватает, да, напасть на него? Ай-яй-яй-яй-яй. Надо, конечно, выселять этого товарища отсюда. Как можно скорее. Не хватает товара. Аль-Хисану сарий. Аль-Хисану сарий. Так. Мы постараемся. Давайте хоть так повыбиваем. Нету покоя-то, смотрите-ка. Не хватает. Мы ведь сейчас так загнемся. Не хватает. Лиамрик. Линасрик. Ну что, наша баллиста попасть никак не может, что ли? Нам приходят новые люди. Новые люди — это хорошо. Запасы провизии убывают, мой лорд. Да, провизии у нас, конечно, вообще не кокос. Видите, уничтожают моих фермеров просто. Не хватает товаров. Это не дело. Давайте чуть-чуть поатакуем, хотя бы побегаем. Аль-Фарасу Таду, ла-маль-Асра.
اركب مثل الريح. الفرس تعد لا من أسرع. اركب مثل الريح. الفرس تعد لا من أسرع. اركب مثل الريح. الفرس تعد. خيولنا جاهزة لا من أسرع. اركب مثل الريح. الفرس تعد لا من أسرع. Ну что там, она выбивает хоть, нет? Вот гад, а. Смотрите. Не-не-не, надо оттянуть. Маловато, ребята, маловато нам это, этих сил. Да, попали мы в ситуацию нехорошую. Не можем мы хлеб добывать. Опять мы ушли в минус с хлебом. Вот не ожидал я такого. Надо рацион сделать более насыщенный, чтобы вернуть нам. Я пока тут увлекся атакой, потерял, блин, рейтинг свой. Визир этот долбанный, он мне мешает буквально чуть-чуть. К нам приходят новые люди. Так, новые люди идут, замечательно. Вернем рацион обычный. Так, давайте скорость игры попробуем увеличить до конца. Да, попали мы вот в такую засаду, конечно. Нехорошую вообще. Никак нам пшенички-то не добыть. Запасы провизии убывают, мой друг. Так, ну будем ждать камушек. Сейчас попродадим дерево, еще немножко конницы подкупим. Не хватает товара. Будем выжимать все равно вот отсюда. Потихонечку, да, выжмем, я думаю, сейчас. У него лучников мало осталось. Давайте попробуем. Немножко посуетиться здесь, побегать. Ну, уничтожать, отлично, лучников убрали, супер. Все. Сейчас хоть у нас будут пшено добывать спокойно, надеюсь. Так, ему 10 отожмем тоже вот это производство, конечно же, моментально. Давай. Вот, все, фермер потащил, замечательно. Не хватает товаров. Так. Здесь надо нам немножко поправить. Вот так. Ваше указание. Халюм. Так, ну все, производство хотя бы пищи пошло. Еще атака идет, надо ломать. Они, надеюсь, развернутся и назад пойдут. Да, видите. Идиоты. Так, а прямиком идут ко мне, смотрите. Прямиком. И ребятки-то
Хотя, как бы нам, наверное, больно сделать, мне кажется. Да, смотрите-ка, прошли парочку. Ну все, всех убрали, слава богу. Ну вот к таким наскокам надо быть готовым, конечно. Тут это уже неприятно. Так, надо бы нам, ребят, уже вот этого чувака как-то убрать. Это детские игрушки. Ах, вот, смотрите-ка, пробрался. Все-таки пробрался. Вскоре эти земли объединятся вновь под нашим просвещенным владычеством. Давай, 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 атакуй его. Молодец. Делай дело, друг. Так, о, он мне тут пшеничку освободил, наверное, поле, да. Послание от визиря. Молодец, визир. Не было мне предсказано. Так. Давайте мы заберем камень отсюда. Послание от Абата. Вот как надо. Смотри. Ой, да ты что? Учись. Ой, ты что, друг мой? Буду учиться. Нужно дерево. Обязательно обучимся всем твоим этим фокусом. Подумай, что я его практически уничтожил. Ну ладно, пусть он порадуется. Союзник же. Так, ну вот сюда немножко наставил, хоть как-нибудь. Что-то да пойдет, я думаю, отсюда. У нас тоже. Нас атакуют! Потихонечку дела пошли в гору, ребята. Так. Что нам еще хотелось бы сделать? Хотелось бы, наверное, сделать вот так. Вот так. Ну и вот так. Потом барбакан здесь поставим. Здесь у нас лужа не дает прохода. На всякий случай, кто его знает. Случаи бывают разные. Так, еще дерево повырубаем. Вон, видите, идет еще отрядик. Неприятный. Надо вот к этому чувачку, нашему товарищу, закинуть народу тоже. Так, камень пошел. Камень пошел, хлеб у нас, слава богу, есть. Давайте еще пекарок поставим. Так, отлично. Камня нам приволокли. Не хватает товаров. Смоукум. Давай сейчас сюда поставим. Ну, тут бедствует тоже народ-то, нехорошо живет. Вот мы сейчас сюда барбакан поставим, вот такой, да. И все, пускай они. Вот таким образом. Ой, не так хотел. Так, ну лесопилку можно тоже убрать здесь. Так, что нужно.
Третий великий лорд. Ну вот так, и лесенку вот отсюда запустим. Заход. Мало ли барбакан закроется. Все. Ух ты! Аббат-то разошелся, ребят. Катапульты ставит, в атаку идет. Здесь тоже нам надо проход открыть. Быстрый доступ наш. Так, ну у нас, смотрю, склад заполняется. Все хорошо. Не хватает товара. Так, лес вырубили, все. Леса больше нет. Можно пшенички подкинуть. Ну, я не знаю. Давайте сырку поставим, пусть тоже будет. Почему нет? И будем готовиться к атаке, наверное, уже. Война. И ты мне надоел. Пора с тобой покончить. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Так, ну что там? А, вот что он тут. Катапультами бьет. Смотрите-ка. Какой молодец-то. Ну ладно, пусть бьет. Мы тоже пойдем. Побьем чуть-чуть. А то, видишь ли, какие хулиганы тут. Ну и что ж, зарядим, друг мой. На, готовься. Лови. Послание от Илья. Так не пойдет. Нападать на меня, на мою крепость. Скоро ты у меня дождешься. Готовься. Неудобно здесь, конечно, через горы, скалы. Шайтан! Какое несчастье! Амбар полон. Так, у нас амбар полон. Ну добейте ее уже. Ай, до конца добили. Вот это нехорошо. Ну ладно. Так, амбар полон, нам надо попродать хлеб тогда. Давайте продаем камушек, денежки копим. Не хватает товаров. Альфан Сария. Нентабы. Альфарасутаги. Нужен Кай. Готовься. Катапульта готова, милорд. Подсломали. Катим катапульту. Катапульту. Готовься. Готовься. Сейчас мы тебе тут друг-то дадим прокакаться. Вы
Фану Сария. Запасы золота слишком малы. Хуюлю на джайда. Ламан асра аль-хисану сария. Готовься. Так, ну парализовали мы ему здесь, по крайней мере, ребят. Ага, так будет доставать, понял. Все равно дожму я эту башню. Как ни крути. Готовься. Готовься. Казарму сломать, ребят, давайте поточнее бейте. Отлично. Так, ну дела у него плохи. Катим катапульту. Готовься. Наши блохи, не обращай внимания. Так, ну что у нас, кстати, тут этот эмир, смотрю, пошел долбить на халяву, пока я тут все разобрал, да? Не хватает товаров. Аль-Хисану Сария. Нужно золото. Нентабр. Ламан асра. Пока я тут рушу замки, значит. Нахну аппал. Ну давайте вот сюда немножко поднападем. Постукаемся. Чуточку-то. Вот, селенок у нас побольше оказалось. Хочешь подраться? Посмотрим, посмотрим. Так, ну и нам надо идти, наверное, уже более тяжелой техникой. Хотя у нас... А, у нас хлеб есть. Давайте хлеб продадим. Не хватает рекрутов. Ну, пока идем, надеюсь, поубивают нас. Нужно золото. Всех собираем в одну кучу. Всех. И все сюда. Нужен камень. Камень, нужен камень. Очень удачно он ушел, ребят, с
своей железной пехотой, но мы и заберем тогда его сразу. Видите, он отвлекся на тех моих конных. Недаром мать говорила, осторожный воин живет дольше. Мы заберем твою душу тоже. Послание от Абата. Клянусь небом, ты умеешь сражаться. Вот так. Хочешь вот разобрались. Побраться? Да, вначале немножко было, конечно, вот здесь неудобно вот с этим товарищем, не давал нам хлеб добывать, но все же мы свое взяли, как обычно. Да, ребята, прошли очередную миссию и дошли до 66-й, поворот в историю. Что там нас будет ждать? Эмир Амар всего лишь. Ну да, 40 тысяч у нее, и что? Мы выставляем быстро защиту и потом добиваем. Ну ладно. Ладно, будем ждать более сложной миссии. Что же делать? Надо все пройти. Все, ребят, не забываем подписаться на канал, поставить Лукас и подписаться в телегу. Всем пока и хорошего дня, ребят.